but I don't want you here. Isn't Ken? Ken's just a really good friend, and this is my dream house. Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Меня зовут Алина Лайден. Я пришла в Starbucks делать свои делишки, читать, монтировать. И смотрите, какую красоту мне сегодня сотворили. Осьминожка. Это карамельный фрапучино на овсяном молоке. Но у них не было цейпен, вот этих вот штучек хрустящих сверху. Мне сказали, вы такой будете без хрустяшек. Я говорю, ну давайте. Главное, чтобы внутри там все хрустело. Вот, просто восторг! Я занимаюсь спортом дома вместе с игрой Nintendo Ring Fit Adventure, и в этом влоге решила снова заснять, показать процесс. Это не реклама, а хотелось бы, конечно, упражнения на разные группы мышц, вы их сами выбираете, также можно задать параметры интенсивности кольца. Играть весело, так как каждый уровень занимает от 3 до 15 минут, фокус внимания не теряется. Все локации очень красочные и отличаются друг от друга. Это реально крутой способ не скучать дома, а весело позаниматься спортом, особенно когда на улице плохая погода и не хочется куда-либо выходить. Кстати, многие подписчики мне написали в инсту, что тоже купили эту игру по моей наводке. Также я вот делаю свои личные упражнения на растяжку и некоторые позы из йоги. Да, я хожу на йогу, и мне очень нравится там растяжка, упражнения на укрепление мышц и вообще в целом ментальное состояние расслабления после каждого занятия. Когда занимаешься йогой, не только тело расслабляется, но и разум. Такая успокаивающая музыка всегда звучит, и люди вокруг как бы заряжают тебе энергией, поэтому йога-классы мне очень помогают вообще справляться с жизненным стрессом. Когда я занимаюсь этим кольцом, я обычно всегда фоном ставлю какую-нибудь любимую бодрящую музыку, и так мне легче фокусироваться на игре, проходить уровни, получать бонусы. Такой вот спорт в радость. Кстати, если у вас есть какие-либо вопросы касательно чего бы то ни было в моих влогах, смело задавайте в комментариях или пишите в личные сообщения в Instagram, я всегда рада пообщаться. Кому интересно, мой вес сейчас колеблется от 73 до 76 в зависимости от разных фаз цикла и того, как я питаюсь, конечно же, рост у меня 158. Спорт я сделала своей регулярной привычкой, это помогает быть более бодрой, энергичной, лучше себя чувствовать и, конечно, когда кровь начинает лучше циркулировать, настроение также поднимается. Так что, если вы себя хреново или подавленно чувствуете, обязательно выходите на прогулку в парк, потренироваться в зал или сделайте просто небольшой комплекс упражнений дома, как я. Я напоминаю себе всегда, что я это делаю для своего здоровья, заботы о своем самочувствии. Так что тоже хочу вас вдохновить на спорт. Привет, ребята! Снимаю на другой день. Я сегодня в Кельбуре. Добралась наконец-то до сюда, совершаю закуп. Возьму американскую черешню. Вот. Тут она еще не сильно дорогая. 500 грамм, 150 тайваньских долларов. Норм. На голодный желудок, конечно, лучше по магазинам не ходить. Но вот так я с работы заехала сюда. Покажу вам уже все дома. Тут еще на товары под вечер скидки. Я, наверное, возьму тарталетки яичные. На 2700 тайваньских долларов вышли покупки. Как я это повезу, не знаю. Еще и дождь идет. Просто бинго у меня. Полнейший потоп. Я стою, у меня мокрые ноги. Итак, я добралась. Давайте быстренький обзор. Значит, вот. Это все я выложила. Начнем отсюда. Макароны. Моцарелла стики. Бургеры со сливочным сыром и с лососем. Лазанья со шпинатом. Тарталетки яичные. Огурчики. Круассаны на пробу. Мочи с клубникой. Рикотта, шпинат. Вот такие на скидке я взяла. Как они называются? В общем, такие варенички. Лазанья. Здесь оливки, перцы. Черешня, кокосовая стружка, я везде добавляю. Тут еще одна лазанья со шпинатом, кокосовые печеньки, пицца.
Это на долгое хранение чай зеленый. Это вот сейчас покушать гуава, ананас и курица готовая. У меня в морозилке рис черный всегда припасен. Песто 4 упаковки, 2 с томатом и 2 обычные вяленые помидорки. И здесь консервы. Это у нас с горчицей, рыбка в томатном соусе, сардины и мидии. Тоже на долгое хранение, если ничего в холодильнике не будет, чтобы кушать консервы. Но я не увлекаюсь, конечно, таким. Вот такая вот закупка. Пицца, не сказала, с грибами. Вот, как вам цены в Тайване? Все попадает у меня в кадр. Ребята, хочу вам рассказать, как прошли мои последние 2 дня сейчас. У меня не было работы, каникулы летние, пятница, суббота. Вчера и сегодня я ходила к врачу, к врачам, делала чекапы. Сейчас пока буду готовить, хочу запечь картошку с тунцом и сыром. Буду нарезать картошечку, уже почистила, и вам рассказывать. В общем, я решила проверить вообще, что со мной, потому что я не ходила к гинекологу 7 лет, наверное. Я такой человек, если ничего не беспокоит, то зачем как бы это проверять? То есть я не сильно беспокоюсь, там не буду сдавать миллиарды анализов до поры до времени, да, пока реально что-то не заболит. Но я решила, раз время есть, как бы нужно его тратить с умом. Летние каникулы, есть физический и моральный ресурс на то, чтобы все-таки провериться. И я записалась к гинекологу. Причем, что интересно, да, когда я записывалась в интернете, я не понимаю, это мужчина или женщина, потому что, ну, по иероглифам, иероглиф имени это мне ничего не даст, потому что, ну, на самом деле могут быть такие же иероглифы, как в мужском имени, так и в женском. Я загуглила врача, но это мне ничего не дало. Я решила, ну ладно, не суть. Хотя я никогда не ходила к гинекологам-мужчинам. Но вы уже понимаете, к чему я веду. Когда я пришла на прием, оказалось, что это мужчина. Конечно, я бы предпочла женщину, но уже одеваться было некуда. Я думаю, ну ладно, пофиг, как бы все равно это врач. Вот. И был осмотр, также я сделала УЗИ там же, в одном кабинете. Там уже УЗИ делала другая врач-женщина. Ну, чтобы сразу все проверить, потому что вообще регулярные чекапы нужно делать раз в год. Алина раз в 7 лет это сделала. Вы знаете, чтобы исключить там онкологию, мало ли что. У меня нет болей примесячных, мне ничего не беспокоит. Но просто как по-женски нужно проверяться. И я у врача спросила, там они взяли мазок, он придет через 3 недели мне прям домой, то есть не нужно будет повторно идти. Так сказали, что все нормально. И я у врача спросила, а где вообще мне можно проверить грудь на онкологию? Потому что, ну, я тоже, конечно же, слышала, читала, что грудь тоже нужно проверять каждый год. А мне 30 лет, я ни разу в жизни не проверяла грудь. Я думаю, ну, как-то это нужно тоже решать вопрос, потому что, мало ли, и в моем возрасте тоже случаются разные беды у девушек, поэтому лучше спать спокойно, знать, что у тебя все хорошо, как говорится. И они мне там, врач и медсестра, выписали appointment прямо на тот же день, вот вчера, в другой кабинет. В общем, департамент внешних болезней. Есть внутренние, есть внешние. И вот внешний, как бы общий департамент, не знаю, как это будет на русском. И я туда просто пришла, сказала так и так, и мне сразу же сделали УЗИ груди. Первый раз в жизни я это делаю, насколько мне не изменяет память. Тоже все хорошо, но сказали, что есть пузырьки в каждой из груди, и я потом это прогуглила, что, возможно, это какая-то доброкачественная киста или что, потому что я не поняла по-китайски, что она мне сказала. Она сказала, что пузырьки, они, ну, не страшны, и что так у многих бывает, что ни о чем беспокоиться, что все нормально, она мне сказала. Но успокоила. То есть я за один день вчера проверила и все там у себя внутри, и также грудь проверила. И я думаю, блин, как классно, так все быстро еще. В общем, 3 часа жизни и как бы минус 300 тайваньских долларов, потому что каждый врач — это по страховке, по национальной
150 тайваньских долларов. Так, момент. Вначале мне нужно, чтобы слой картошки схватился. Я ее пока так запеку, чтобы она была не сырая. И мне, конечно, интересно, в каком режиме мне это готовить. Наверное, такой выберу, чтобы со всех сторон она у меня подрумянилась. Я уже чуть без пальца не осталась, кстати. Это тунец на воде. Такие большие кусочки. На масле никогда не покупаю. Мне еще понадобится лучок, йогурт. Если там, где вы живете, есть сметана, берите сметану. Насчет соли не знаю, посмотрим. Но приправы сверху добавлю. И сейчас добавлю немножко перчика в тунец. И удобно, что сыр на Тайване продается уже такой почиканный. Добавила к йогурту немножко воды. Запекаю на глаз на 180. В конце добавляем сыр и специи, итальянские травы. Я всегда все делаю на глаз. Так, у меня это все пищит, надо вырубать. Ароматно. Обязательно тоже приготовьте. Это достаточно быстро, легко, но очень вкусно. И сейчас Димпонга тоже угощу. Маленькая вставочка, как у нас в Тайване Starbucks сделал коллаборацию с Blackpink. Там также были термосы, кружечки с группой, но их раскупили в первый же день. Но я попробовала этот Blackpink фраппучино за 300 новых тайваньских долларов. В стоимость входит многоразовый стаканчик с тематикой группы и наклейки. Это клубничный напиток на овсяном молоке с дробленым льдом. Внутри шоколадный сироп с кусочками шоколада, клубничный крем и шоколадное сердечко. Не химозно, очень даже приятно. Я взяла с минимальным количеством сахара. И мне очень зашло. Сейчас другой день. Мы с Димпонгом, смотрите, пришли в ресторан. Зацените вид на Гаосюн с 13 этажа. Такое все крохотное. Скутеры, машины. И застройка. Маленькие дома и высотки. Это вот главная улица. Попросила я, чтобы нам местечко у окна подогнали. Нас вначале посадили туда в темноту. Я не люблю, чтобы было темно. Мне нужны виды всегда. Цезарь. У Димпонга картошка фри. Фокус. Я заказала грибной супчик, а у Димпонга с кукурузой. Вчера делала маникюр себе. Очень долго у меня получается самой себе. Но результатом довольна. Мы вообще изначально на Барби планировали приехать, но опоздали на сеанс, потому что нужно за полчаса, если онлайн заказывать билеты, нужно за полчаса приезжать их выкупать, иначе они продаются другим людям. Вот, и мы чуть не рассчитали время, я очень долго собиралась, как всегда, и пока ехали, в общем, времени оставалось меньше, чем полчаса уже, и я забронировала на другое время, на 6 часов. Вот мы пока пришли в кафешку, здесь сидим, кушаем, очень красиво, вот, ждем нашего сеанса. Божественное основное блюдо, это свиная рулька, здесь сосиски. Картошечка, овощи, даже пицца. Очень такой огромный поднос. И мы заказали два. И так как слишком много, попросили один взять с собой. Нам сейчас это все завернут, а один мы сейчас пополам с Димпонгом покушаем. У Димпонга шоколадный коктейль, у меня банановый со льдом. Ваше здоровье. Вау. You can go now. I thought I might stay over tonight. Why? Because we're girlfriend boyfriend. To do what? I'm actually not sure. Oh, hey. You've caught me reading. Oh. I've been thinking. Mm-hmm. Kenland? Kendom. Kendom. Kendom land. Land of the free and the men. Right. Well, this place Kendom is... Kendom land. Really great. Said I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. My name's Kate and so am I. Put that manly head in my... Я поделюсь первыми впечатлениями. Мы только вышли с Димпонга на улицу. Мне очень понравилось, просто миллион из 10 ставлю фильму. Восторг. Во-первых, сама идея, что женщина самодостаточная, она может быть кем угодно. Женщины крутые, от них очень много требований в современном обществе, но они молодцы. Я плакала весь фильм.
фильм, ребята, я просто с салфеткой сидела. Настолько трогательно. Актеры потрясающе красивые, одежда. Все так продумано, да, что это вода пластиковая, как в реальности, да. Все вот эти эффекты. Одежда очень красивая, у них стильные образы, музыка. Я обожаю фильмы, где есть что-то музыкальное, интересное. Сам сюжет до мелочей, конечно, продуман. Лос-Анджелес мой любимый. В общем, в этом фильме есть все. И юмор, и мода, и стиль, и красивая Америка. Давай. Переходим мы дорогу. У меня в детстве были Барби. И, по-моему, у меня было два Кена, но Барби у меня было прям много, и очень много было одежды для них, и также очень много было мебели. В общем, у меня было очень много всего для Барби, и ко мне все девочки со двора всегда приходили домой. У меня был весь большой очень ящик комода, чисто под Барби. И там я хранила одежду, мебель, вещи все, и вот это все раскладывала. И мы с девчонками, но я сама в основном играла, я обожала, конечно, это все. И окунуться в этот мир прелестный розовый, это было потрясающе. Я люблю вот такую сказку, чтобы все было позитивненько, красиво. Вообще, аж настроение поднялось, радость для глаз. Очень советую, если вы любите, конечно, подобный жанр, сходите. Я хочу еще упомянуть музыку отдельно, вот эту песню, которая в конце, которую перепела Ники Минаж и Ice Spice, да, Barbie Girl. Песню Original Aqua, которую поют, я танцевала в детстве, в первом классе, в школе, я ходила в кружок хореографии, мы выступали на разных концертах, всяких школьных мероприятиях, и мы танцевали под эту песню, это у нас же была заглавная песня. И, в общем, этот фильм, это как compilation, такое-то сборище всех моих фрагментов детства, поэтому я просто рыдала, это было потрясающе, это вот как целая эпоха. Как всегда, котятки, не забывайте подписываться на меня в Инстаграм и Телеграм, ссылки в описании. Всех целую, обнимаю, передаю привет из Тайваня и увидимся совсем скоро.